Всем привет! Да. Сегодня у нашего сыночка день рождения. Сколько тебе исполнилось? Нормально, давай. И что тебе понадарили? Ну-ка, рассказывай. Во-первых, мама подарила такой набор магнитический. Да, это очень классная штука. Шарики. И вот такие вот палочки. Из них можно объемные штука. Рубаш, подожди, да я закончу потом. Значит, это мы уже показали, на диван положи. 10 настольных игр. 10, а может 30 все-таки там написано. Да, 30 видов настольных игр. Да, это в одной коробке 30 настольных игр. И вот у них каталог, то есть, вернее, не правила игр. Вот на все эти 30 штучек. А это откапывать деда. А это нам подруга моя Анна вместе, ну, всей семьей, так это скажем. И сундук пирата, который... Да, пиратский сундук. Вы только посмотрите, какая прелесть. Он так открывается. В нем потом можно всякие штуки хранить. Тут, значит, книжка с разной активностью пиратской. Тут свое имя вписываешь, задания всякие прикольные выполняешь, еще стикеры тут имеются прикольные, а еще тут пиратская амуниция, да, повязка на глаз. Мы сегодня... Ну да, это на глаз, и еще шапочка такая, треуголка. Треуголку легче надеть. Пиратский Наполеончик будешь. Ну-ка. Ну-ка. Ой, какая прелесть. Ага. Так, еще что нам? Да, динозавров. Это мы пока решили не открывать. Здесь, значит, наборчик раскапывать динозавров. Здесь формочка дана, молоточек, из которого потом этого динозавра... откапываешь. Ну-ка покажись. Дедушка мой финансировал нас на такую вот симпатичную маечку из Вайкики. Очень хорошее качество и по размеру супер подошло. Мы, кстати, ему покупаем вещи на 9-10 лет, потому что на 8 лет уже ему маловато. Подожди, Рубош, давай еще. А, ты не посмотрел, что тебе Ангелина подарила. Ангелина ему выбрала мешочек с канцелярскими изделиями от миньонов. И что-то там она тебе написала, как сказала Анна. Пошли читать личные сообщения. Правильно делаешь, что вслух не зачитываешь. Личные вещи на камеру не читают, это правильно. Что у тебя тут еще есть? Ой, Рубош, смотри. Минюшка. Ну и там канцелярия, точилка, карандашики, да? А это чего такое? Я не буду показывать, что Ангелина писала, она только вот, смотрите, нарисовала. Молодец. Прикольно вообще, супер. И тут можно блокнотик использовать. Это положи туда, вложи, чтобы все вместе было. А еще покажи тебе, что бабуля подарила гравюру. Не только. Ну, гравюру сначала покажи. Гравюра пизанская. Какая пизанская? Эйфелева, да. Гравюра, она у нас будет с эффектом металла. Золотистая такая. Мы такое дело впервые будем творить. Гравюру мы ему еще не покупали. А где гравюра? А, вот, на, иди садись. И еще подожди, шо? Куда ты за кадром разговариваешь? Сядь в кадр. Еще самая моя... Подожди. Самая моя любимая штука — это ходячий робот, который ходит. Ходячий робот, который ходит. Логика железная. Мы должны будем пойти в детское кафе. Я, естественно, там буду снимать. Ну, понятно, все снятое я в YouTube выкладывать не буду. Но какие-то такие прикольные моментики я вам покажу. Кафе просто шикарное, очень классное. И очень близко от нашего дома, там минут 5 пешком, и все. Мы на месте. Тортик я уже утром занесла. Ой, Спайдермен. Да, у нас день рождения будет в тематике Спайдермена. Хотели Майнкрафт, но просто я
в последний момент не нашла соответствующие цвета, я мастику решила купить, но не нашла цветов, поэтому у нас Спайдермен. Вот. Здрасте. Мама тоже в кадре появится. Да, я со своей брошкой. Да, запустила новую серию такая брошек. Такая красота. Брошек. У меня сегодня что-то это кошмар с языком творится. Это, да. Парижские модницы, так серия называется. Такая девочка Шанель. А-ля Шанель, да. Да, с такими ножками. И вот меня просят обычно показать размер этих брошек. Смотрите на маму, да, и такая, вот эта вот брошка, и причем... Ее и на пальто, и на курточки, и на пиджаки, жакеты такие, платки можно закрепить как-то вот так вот. Да. Так что нормально. Сейчас мы уже через несколько минут выйдем. А мы пораньше идем? Мы должны минут на 15-20 раньше быть, чтобы гостей уже наших встречать. Да, Рубошки наши. Да, к нам придет, значит, 5 мальчиков, все из его класса. У него в этом году мальчишник такой, потому что не знаю почему, но захотел с мужиками потусоваться. Девочки, конечно. У нас в классе, кстати, девочки-девочек в основном приглашают, мальчики-мальчиков. Только это один день рождения возраст, был смешан. Да, это тот возраст, когда им друг с другом неинтересно. Да. А они сейчас, им бы легче... Мальчишки над девчонками прикалываются. Я наш душа поэта не выдержала. Раптор. Тираннозавр Рекс. Это не Тут у нас еще какой-то птеродактиль. Это не Рекс, это Раптор. Что-то такое. Это вот Раптор. Надо по этой штукенции стучать молотком. Не, ну, молоток как молоток используй. Еще тут какие-то... А кисточка у тебя еще есть, чтобы пыль сдувать, как археологу. А тут еще к этим динозаврам какая классная книга идет, Filled with Fantastic Facts. В книге интересные факты о динозаврах, такая мини-энциклопедия. А тут еще 4 вот такие вот штучки, картонки, правда, немножко мягенькие, не такие жесткие. Тут выдавливаешь эти штуки и делаешь объемную такую игрушку. На стол можно положить. Одним словом, у тебя день рождения... Я и так проскабливаю. Проскабливаешь? Ну-ка покажи, что ты делаешь. А если постучать молотком? Они работают. Вот такие штучки появляются. А если со всей силы бахнуть? Наверное, так и надо. А можно я пару раз стукну? Нет. У меня ощущение, что тебе придется это на полпути оставить, этот процесс, потому что нам надо будет выйти. Так, все идем в кафе. Вот это вот кафе, Тутти Фрутти называется. Стилизовано под замок. Сейчас мы... Да, это сказочный замок. Вот вы входите, и я сниму, увидите. Вот такое вот кафе классное. Давай. Лезь. Мы, по-моему, раньше всех пришли. Куда нам? Наверх вот так. Смотрите, как здесь красиво. Вот так. Ну? Вот такой мостик. И это самый Рубош. О, там можно полазить. Видите, как красиво все украшено. Сейчас пойдемте пройдем к нашему столу. Ой, какая здесь горочка. Ну, шикарно сделано, на самом деле. Очень здорово. Смотрите, какие рыбы. Вот наш столик. Да, вот это. Это твой стол. Да, это твой стол. Да. Сумасшедший дом в разгаре. Пожалуйста, разумеете, на шуме повчуе парикаму Тутти Фрутти Макакан Сарчара. Полезет.
զինվորին, բացը։ Ստացվեց զինվորը, ինչպես եք սիրելի տղամեր ճանը։ Կարոտերի ինձ դե։ Ինչ նավ է, ես է ձեզ էի կարոտեր, գիր հիմա ինձ ասեք, որ տեղ է ռուբենը, ես գիտեմ, որ դրա ծրոպ է այսօր, ծապարում են ռուբենին բարձը, համեցին ինձ ոտ ռուբեն ճան, կարդու ես կողքի, և կեզ նույնպես երեկ անգամ բարձր ասում ինչ նոր, հա, որ, համաձայն ես? Այո. Գնացին, շնոր, հա, որ, շնոր, հա, որ, և շնոր, հա, որ, ծապարում ենք բարձր, հաջ, խիզան, Ռուբենին եւ քանի տարեկան է դասել Ռուբեն 8 տարեկան հրաշալի է գնում ես դպրոց այո 3 դասարան 3 դասարան հարվածային գերազանց թե վերջին տարբերակը չէ լավ լավ հասկացա ինչ մասնագիտություն ես ընտրելու երբ մեծանաս որոշել ես չէ ինչու չի գիտեմ Այո, հասկացա, որ դեր է մայրիկը Ռուբենի, որ դեր է մայրիկը համեցեք սիրելի մայրիկ ջան, որ մեզ իմ ձեր շնորհով ու մաղթանքներ ասեք։ Я тебя очень люблю, я очень хочу, чтобы ты был счастлив, успешен и здоров. Ладно, может быть, я Գիցեք, ծաղարությունը։ Մայրիկի տղաները շնորհավորել են, այո։ Նվերներ բերել են։ Այն ինչ կարքին են, տեսել եք քո նվերները։ Ո՞նց, դա վերջում կնայես, դա։ Ահա, տատիկը եկել է այսօր։ Ահա, խնդրեմ, սիրելի տատիկ։ Ոշա, Наташа, ты моё солнце большое, я тебя обожаю, да? Я хочу, чтобы ты жил долго-долго, счастливо, чтобы ты был счастлив, чтобы ты во всем нравился успех. Գիցեք, ծաղարությունը, տատիկին, գիցեք, կարիտ է ճան, տղաներ, ով է ուզում մաղթանքներ ասել, խնդրեմ, կո անունը։ Ես ունեմ, որ Ռուբենը լավ լինի, ավելի երկար ու ամենալավ Գիտես, այմար, գիտես, ծավարություններ նաև դյաջային, շնորհակալություն սիրելի հյուրեր ջան, դուք եք կարող եք գնալ ձեր սեղանիքի շուրջ, նստել համտեսել պիցայի համեր պատառիկները, որից հետո բոլորին կհավիրեք կետրոն և կսկսեք շոու ծրագիրը, համաձայն ես, գիտես Ռուբեն ջան, քայլով պարզ, օգի սեղանիքը բարի ախորժան։ Երեխեք, դե ձեզ բարի ախորժակ, հել եմ միատ հա, միատ նայիք, միատ բոլորոց տեղ նայիք, երեխեք, ով ա կենած ասում, ով դե մեր սեղանի ղեկավարը Ղալայանը, ապրես, մենակ բաժակները չջարդը, Emily Urbora. Anjali Maidika, you may catch up. This is what the gift is. This is the gift. 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 This is the Ничем не айнак ты хала майдика ем. Ай, цахи. Ну только не урони, а то на тебе башку отменьте. Там же снимают. Да. Это мама. Я какой-то. Арма, отойди, я снимаю. Я снимаю. Ара Гаскуна, Гриптика, Хавайзи. Чувствую, смотри. Да, смотри, 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 смотри